Всем привет, с вами Гордей. И по просьбе моего друга и подписчика Саши Романова, у него сейчас ник SashaRom558, комментарий вы видите сейчас у себя на экранах. В общем-то, он меня видео, где я вам показывал все станции, в первую очередь, моего метро Энда в Майнкрафте с модом на поезда метро. Он меня попросил установить этот мод с поездами. Да. Этот мод называется Minecraft Transit Railway, как вы уже видели. Да, там реально есть действующие поезда. И, в общем-то, когда вы установите этот мод после этого видео, то вы ждите следующее видео, где я вам буду показывать обзор этого мода. Как им пользоваться и все другое. Детектор станций, какие поезда есть, как их запустить, как построить ветку, как построить мосты, как положить туннели. В общем-то, все очень сложно, так что предупреждаю сразу, без меня ничего не делайте, когда установите этот мод. Но для начала вам нужно установить T-Launcher. Вот T-Launcher. Вы можете спокойно его найти в интернете и скачать. Главное, чтобы был T-Launcher. Версия не обязательна. Версия может быть любая, это значение не имеет. Дальше вы выбираете вот эту вот версию Forge Optifine 1.16.5. И здесь у вас будет кнопочка «Установить». Вы устанавливаете, потом, когда у вас установилось, вы заходите в игру. Дальше вы выходите из игры и сворачиваете T-Launcher. Он нам понадобится. Дальше вы заходите в абсолютно любой браузер. У меня это браузер Opera. Дальше мы кликаем на вот эту вот строчку и вводим. Скачать. Дальше переходим на английский язык. Minecraft Transit Railway. И дальше на русском вводим на 1.16.5. Мы с вами устанавливаем версию Forge Optifine 1.16.5, так что мод у нас будет на 1.16.5. Нажимаем поиск, и у нас выдается вот такая вот ссылочка, где изображен вот такой вот логотип Майнкрафта. Мы нажимаем, где у нас должно здесь выделено быть 1.16.5. Вот здесь самая новая версия, самая новая версия. Вот у нас здесь моды, да, это скриншоты мода на 1.10.2. И вот, у нас здесь есть ссылка вот такая вот, где написано для 1.16.5. Эта версия вышла 23 апреля 2022 года. То есть это самая последняя версия этого мода. Мы нажимаем на ссылочку под для 1.16.5. Вот, нажимаем на эту ссылочку. И ждем. Дальше у вас откроется вот такое вот окошко, где вы должны выбрать путь, где сохраните наш мод. Мы просто нажимаем сохранить, ничего не изменяем, никакой путь не изменяем, просто на рабочий стол нажимаем сохранить. У меня тут немного подлагивает. И вот у нас мод устанавливается, вот он у нас установился. Ждем, когда здесь будет написано загрузка завершена, если у вас это Opera. Все, загрузка завершена. Дальше мы выходим из загрузки и создаем новую вкладочку. Нам нужен еще один мод для мода Minecraft Transit Railway, чтобы мы с ним играли. Если что, у вас может быть долго загружаться. Вот вкладочка новая, пустая. Так что я подключусь к вам, когда у меня эта вкладочка полностью загрузится. Все, ребята, эта вкладочка у меня полностью загрузилась. Дальше мы опять кликаем на вот эту вот строчку. И здесь уже вводим скачать мод. Дальше на английском другой мод. Архитектура. Списывайте, как у меня. Вот. Архитектура. Нет, не Y, а Е. Вот, архитектуре. Вот так вот у вас должно быть.
И дальше на русском мы вводим на 1, 16, 5. Если что, вы, наверное, спросите, почему я сейчас снимаю с телефона, потому что у меня на компьютере в последнее время стала лагать запись экрана и стала записывать только 10 минут, а дальше уже вылетает, как вы уже видели в обзоре основной линии. На 10 минутах резко выключилось видео у меня. Дальше вы также ищите этот мод. И уже вы... Ну, у вас будет исправление по марке. Вот, архитектуре. Я тут забыл немного. И вот вы нажимаете на вот эту вот вкладочку архитектуре API. И вот версия. Тут у вас должна быть вот такая вот голова вырезанной тыквы. Вот мы кликаем на ссылку. Дальше мы прокрутываем вниз и нажимаем вот где 1.16.4, а Android 1.16.5. Мы ищем вот здесь вот для Forge и нажимаем на ссылочку. Дальше вы также нажимаете «Сохранить», когда у вас появится вот эта вот вкладочка. И у вас также устанавливается этот мод на ваш компьютер. Так. Мы также ждем, когда будет здесь загрузка завершена. Так, ждем. Все, загрузка завершена. Дальше мы заходим вот в папке, вот, где у вас вот эти вот папочки. И вот запомните вот этот вот путь. Пользователи, ваше имя, аппдата, роуминг, Майнкрафт и мод. У меня все моды здесь уже установлены, так что здесь вы перекидываете все моды вот отсюда. Вот вы можете вот так вот сделать, чтобы было удобнее. И вы перекидываете все в папочку мод. То есть вот это на примере. Вот. Диктуре. Мы перекидываем вот так вот. Дальше мы отпускаем, и у вас мод установлен. Я пока что не буду переносить, потому что эти моды у меня уже установлены. Дальше, когда мы установили эти моды, мы просто сворачиваем браузер и папки. Вот папку мод тоже сворачиваем. И заходим в T-Launcher. Дальше мы заходим в версию Forge Optifine 1.16.5, чтобы убедиться, что у нас мод установлен. У нас должны установиться моды архитектуры и Minecraft Renditrilway. Самое главное. Так, мы ждем, пока у нас Minecraft запустится. Вот у вас открывается вот такое вот окошко, вы его пока не разворачиваете. Это не Minecraft, это счетчик модов. Вот у нас сканируются моды, чтобы они были в безопасности. Чтобы все моды не наносили вред нашему компьютеру. Чтобы вся безопасность была, только безопасность. И ждем, пока у нас откроется Майнкрафт. У меня тут долго загружается, конечно, потому что у меня ноутбук. Да, у меня ноутбук. Кстати, ребят, поздравляю всех с 9 мая. Это 77 лет Великой Победы. Да, 77-я годовщина. И вот у нас уже запускается Майнкрафт 1.16.5. Мы нажимаем на вот этот вот квадратик, если хотите в полный экран играть, и разворачивайте. Но это все уже знают, мои подписчики. Так, у меня подлагивает тут. Так что... Ой, у меня даже мышка подлагивает. Ничего себе. Так, ну мы пока ждем, когда у нас загрузится Майнкрафт. Вот он у меня уже развернулся. И ждем, пока вот эта вот полосочка у нас не начнет таять. А я к вам вернусь, когда вот эта вот полосочка уже растает. И мы с вами зайдем в игру. Ну что, ребят, у меня уже все. Майнкрафт запускается. Здесь у вас
должно быть написано либо 4, либо 5 модов загружено. Вот мы попадаем в главное меню, и мы нажимаем на моды, чтобы все проверить. Все на своих местах. Minecraft 1.16.5, Forge версия 36.2.29, TL Skin Cape 1.19, это у вас не обязательно должно быть, это у вас может быть и не будет, может быть и будет, но я не знаю, это скин, мод на скин. Дальше, архитектура 1.30.58, у вас это другая версия немножко. И Minecraft Renditrilway 1.16.5-3.0.0. Вот. Нажимаем готово. Ну все, мы с вами установили успешно мод Minecraft Renditrilway. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Следующее видео по Майнкрафту именно будет обзор и гайд по моду Minecraft Renditrilway. Ну что, ребят, всем пока!